Что с его другими уголовными делами, потому что их было несколько, и в частности, что с делом по Ландрамату? По делу Ландрамата, вы знаете, все, что касается отмывания денег, это вообще отдельная история. У нас, к сожалению, не очень хорошо сложилась судебно в этом плане практика. С одной стороны, да, вот по делу, основному делу Ландрамата, которые 2016 года были привлечены или поставлены под обвинение десятки людей. Десятки людей находились под стражей. Сегодня эти люди, про этих людей все забыли. И дело просто зависло. Поэтому я создал специальную группу людей, которые... Это 100 томов, чтобы вы понимали. 100 томов. Это их надо изучать, эти только месяц, эти дела там. Мы, специальную группу людей, которые занимаются чем? Занимаются изучением этого дела. Как и по краже миллиарда. Да. Сколько прокуроров занимается этим? Ну, занимается несколько прокуроров, но мы хотим это потом обсудить на немного другом уровне, а потом обратиться даже к ученому сообществу для того, чтобы они нам высказали свое видение, да, вообще, какова перспектива этих дел. Почему? Потому что по теории... Уголовные дела по отмыванию денег, им должны предшествовать другие преступления. То ли хищение, то ли отмывание денег, то ли уклонение от уплаты налогов, то ли какая-то незаконная там, валютная деятельность. Да? У нас на территории республики эти преступления не были совершены. Вы сказали, до паузы по Ландрамату специальная группа была создана. Когда примерно она выйдет с предварительными итогами? Мы планируем уже на следующей неделе провести определенные... обмен мнениями на уровне руководства и специалистов Генеральной прокуратуры. У нас уже есть такая практика, когда мы обращаемся к ученому сообществу тоже за получением определенных советов, потому что, к сожалению, сама прокурорская практика, она не всегда была правильной. Поэтому, пытаясь ее переломить, мы обращаемся к ученым умам для того, чтобы сформировать какую-то другую практику, которая бы соответствовала и законодательству, и соответствовало бы практикам, которые вот сегодня есть. И, ну, во всяком случае, я рассчитываю, что до Нового года у нас будет ясность и по этому направлению, потому что я знаю, что по этому направлению очень много спекуляций, с другой стороны, очень много ожиданий. Я скажу вам другое, что по отмыванию денег у нас осуждены десятки, а то и сотни людей. Потому что это была так называемая дежурная статья, когда был человек, нужно было его за что-то привлечь к уголовной ответственности. И в этом случае, там, если не получалось, там, с трафиком там, каким-то, да, то не трафиком, а служебным там, каким-то подлогом, каким-то должностным преступлением, то сразу прибегали либо к отмыванию денег, либо к незаконному обогащению. И вот эти дела направляли в суд, судьи иногда зачастую с этим соглашались. И я не исключаю, что мы придем к тому, что у нас десятки незаконно осужденных людей по этому направлению.